Ой, дорогие мои подписчики, мы с Жанночкой завтракаем и с Индерчиком. Хочу порадовать Жанночку каждое утро, что-то новенькое, не похожее на сегодня. Вчера были жареные яйца, сегодня отварные, смятку. Ну, зелень, картошка, вот это баклажан научила ее, как готовить. Вот, аж Кимчик сидит. Жанночке глазки покажу, глазки красивая моя девочка, такая она хорошая, такая она хорошая. Ко мне все хорошие приезжают в гости. А эти что творят? Жанна очень хорошо разбирается в цветах, и она вчера помогла мне вот посадить растения, чтобы пустили корни, да, корни дали. Вот она мне научила. А это знаешь что? Это какой-то сорняк. Я его просто выкопала, и все, надо выбросить, потому что тут это, да? Что это здесь, вот это белое? А? Смотри, сколько она к себе привлекла этой... Вот это белое. Тля. Она, наверное, собирает их. Посмотри, тля какая. Ты видишь? А если я вижу, я далеко хорошо. Ты видишь, какая тля, и она, может, главное... Может быть, она ее размножает? Ты думаешь, что размножает? Так она вон прилипла к ней. Ну, что? Это она не к ней прилипла. Это тля выделяет такую... жидкость. Да, она такая сладкая и липкая. Как с ней бороться? Как бороться с цветы? Помогите, цветы. Смотрите, Мавиш усиленно занимается любовью. Внутри они готовят. А это что творит? Шикер? Все грызет что-то. Тут у нас идет работа. 24 часа. Так, вот здесь посмотреть хочу. Мы полила я уксусом. И вроде бы ничего. Ты знаешь, что уксусом, что я поливала, вроде бы ничего. А здесь весь, ой, в таком состоянии плачевном, аж жалко. Перчик мой, листики, везде эта тля. Ну вот, с утра у нас был дождь, потом солнце, сейчас опять дождь, мы сейчас позавтракаем и пойдем гулять в город по делам. Какое? А ты говоришь о диете. У тебя должны быть воспоминания остаться о Светлане и Индерета, а не об воде с уксусом пить. Я, пока не приехала к тебе, я была уверена, я прогулок, я ем много. Ну ты ешь еще больше, куда вас лезет? Вот, видите, несмотря на это, я худая. Купили себе сумочек. Я такую сумку купила, друзья мои, сделала себе подарочек. В том магазине, где я покупала кошелек. Ах, обалденная сумочка. Синего цвета, я потом вам покажу. Шкинчик купил себе ремень. Да, вот Жанна. Все на деревья смотрит. Жанна так любит деревья и разбирается во всех растениях, названиях, во всем. Мы делали покупки сегодня. Это божественный напиток, называется айран. И у нас сегодня тантуни. Ну как тебе? Вот еще перец, зелень, все, что хочешь. Вкусно. Очень вкусно. Все, нам будем кушать. Сейчас я тоже попробую. Всем привет, друзья мои! Начинается очередное видео. Жанночка меня снимает. Приятного вам просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите хорошие комментарии. А это моя Жанночка. Ей такую косичку заплела красиво. Ух, их здесь много. Вот, столько эмоций. Все,
Жанна очень любит собак. У нее собачка, знаете, какая? Инвалид, она ее смотрит. Она очень добрая душа у нее. А ты знаешь, Эндер как боится вот этих всех животных, собак? Если, и поэтому иногда он не выходит. Да? А я не боюсь. Ой, их. Купек, они хорошие. Купек. Ой! Целуй. Жанна, у тебя аллергия, не целуй его. Как она рада. Я ведь не знала, что я тебя встречу. Не знала. Ты смотри, как тут все-то. Еще я покажу тебе собаки. Пошли, пошли. Пошли на прогулку, милая. Столько эмоций. Он сейчас я, все. Ничего, если я в гости приду к вам со своим другом. Я говорила. А, и они идут. А, да, это... И у нас просто встретились взгляды с ней. Да. С турчаночкой. Она говорит, мы раба. Да, здесь очень теплые люди. Турки очень теплые. И теплые, гостеприимные. Когда... Я ее назвала Снежана. Я Жанна, она Снежана. Посмотрите, идет с нами. А Жанна столько эмоций, что она идет с нами. Света, я сегодня сплю не одна. Да. Со Снежаной. Жанна завтра уже нас покидает. Сегодня у нас такие планы. Родители и сестра моего мужа, старшая Абла, пригласила нас в гости познакомиться с моей Жанночкой на бюреки с испанаком. Да, я люблю, знаешь, со шавелем. Шавель и шпинат. Шпинат. А я вот. Ведь не знала и предполагать не могла. Да, вот, она такая счастливая. Семью. Но я об этом думала, мечтала. Такая, как думаешь, Жанна здорово. Мусульманство приняла бы в том году. Вот именно в среду семьи, в турки. Я буду руку целовать маме так. Я прям уже вся под впечатлениями. Да, родители моего мужа замечательные. Хочу. Очень хорошие, я их обожаю. Давно мы, правда, не ездили. Как мы закончился этот уруч, и мы после этого не ездили к родителям. Надо поехать. Почему? Потому что они скоро собираются поехать в деревню. Но что-то у мамы там проблемы какие-то возникли со здоровьем. Обратно говорила или нет. Что-то ее какая-то болячка после химии, хотя она прошла, начала увеличилась, не уменьшилась, а увеличилась. Поэтому отъезд их пока отменяется. К сожалению. Ну вот где мы с Жанночкой. Программа усиленная у нас такая, активная у Жанночки. Идем по Марине, хочу посмотреть, показать ей магазины и вообще показать красоту. Она такая восторженная, такая классная девочка, очень хороший человек. Душа, душа, душа. Посмотрите, какие красивые тут эти. То, что мне надо. А, боже мой, то, что мне надо. Картьер. Иди посмотри на золото, картьер, браслеты. Вот такой я хочу картьер. Видишь, 22 карата. Такое золото, как у нас продается в бизнесе. Тиффани, видишь, Тиффани образцы. А, какая красота. Видишь, Тиффани браслетики. Посмотри, вот это. Это золото? Конечно, не видишь золото. Долго. А вот Cartier. Видишь, с бриллиантами даже. И вот эти два. Love есть и гость. У них два вверх. А это Versace. О, бренды. Я хочу сережки, поэтому кстати, я и пришла сюда. А это белое золото с бриллиантами, наверное. Диамонт. Ой, какое красивое ожерелье, диамонт. И вот это кольцо, какое красивое. Друзья мои, мне глаза разбежались. Вот я хочу какие-то сережки. Ой, кольцо, белый цветок. Посмотри, как мне Тиффани понравились, обалдеть. Вот эти вот маленькие, да? Почему я не хочу тяжелые, у меня обвисают. А это посмотри. Боже, какая красота. Вот эти серьги мне понравились, кстати. Они гвоздики. Сколько стоит?
манинкари, как у нас грузинская это. Ой, какое красивое. Смотри, серьги какие. Ой, да какие здесь красивые модели. Смотрите на эти зеленые. С камнями. Это, посмотри, какие красивые серьги. Вот этот набор. Мне кажется, посмотри, цветок белый. Ой, цветок. Боже мой, тут мне очень понравилось. Очень. А и это бирюза. Ой. А бирюза, смотри. Да. Моя ты лапуля, сколько ты стоишь? Сейчас пойду куплю. Вова говорит, уже несколько дней мне не приходит. Но. И она говорит, знаешь, как будто кто-то нашептал. Ты уехала, и у меня все хорошо. Дай Бог. А я Аллаха просила. Да, девочка. Я просила Аллаха, я и сейчас прошу, чтобы пока меня нет, Аллах присмотрел за мамой и за Лаки. Ты такая хорошая, представляешь, поэтому тебе Аллах он смотрит. Да. Спасибо, Аллах. Посмотри, какое чистое море. Когда я была здесь недавно, прямо грязное было, сейчас почистили. О, от... в беге вот эти цветы растут, там целая поляна. Мне Инга показывала. Вот эти. Целая поляна, да, вот такой вот. Да. А что это за цветы такие? Я не знаю, таких я не знаю, у нас таких нет. И Инга показывала видео, там усыпано их просто. Но они все вот такого цвета. Тут есть и желтенького, там все. Вот это вот такая красивая Марина. Марина очень красивая. И Марина красивая, и Света красивая. А где здесь можно выпить латте? Вот где хочешь, можешь выпить. Здесь хочешь выпить. А тут да. Есть латте? Тут все можно, в любом месте. Там можно выпить. Я хочу пить и латте, и смотреть на море, на воду, и медитировать. Ну, пойдем тогда. Латте выпьем. Детка. Латте. Марине. В каком я сейчас была в магазине? Там один кошелек 5500 стоит лир. Ваку, наверное, самый дорогой. Ты знаешь, что мне сейчас интересует обувь. Но я увидела там босоножки, они были очень тяжелые. На танкетке, которую я хотела, но, правда, очень высокие. Я хочу, знаешь, какая танкетка, вот что раньше. Вот здесь очень часто на, танкетка на одном уровне. Я хочу, чтобы танкетка была повыше, а здесь вот так вот. На платформе. Удобно, на платформе. И вот эти такие босоножки сейчас, 17 тысяч лир сейчас там в этом магазине. Вау, это считай на рубли 17 умножить на 3. 50 тысяч. Ой, на 3. Ну вот смотри, капец. И ты знаешь что, в толк, в чем смысл-то, что они такие тяжелые, то есть их, если отдавать, то их не чувствовать надо за такую цену. То есть это босоножки-убийцы? А это я подняла, они тяжелые, не было там, а в магазине как, когда они такие все приветливые? Света, с ними стрелиция, посмотри, боже мой, Света. Что это такое? Это стрелиция. Она бывает маленькая, это не стрелиция, это бананы. Какая стрелиция? Бананы это? Бананы цветут, висят ведь у них вот такие кисти, висят бордово. Но это пока а цветы. Она не будет цвести, висеть, да? Они отцветают и все. Я сейчас зашла в этот же магазин, выбрала серьги, мама, браслет и цепочку Тиффани. И холодно, да, у нас? Поинтересовалась, сколько стоит, все стоит. Тройка стоит 65 тысяч лир. Но если я куплю, 10 тысяч сделают скидку. И за 55 тысяч мне все могут продать. Запрос сделала, все записала. Настроение замечательное. Идем с Жанночкой. Я только твоего лица не вижу. Я звоню по видеосвязи, вижу только твою шапку. Жанночке все нравится. Какая красота. И там вообще очень много чего интересного. Вы сами видели. Решили выпить кофеек с Жанночкой моей. В таком красивом месте мы сидим. Останутся у нас сладкие воспоминания, запечатленные на фотокамере. Как дешево. Говорит, дешево. Вот это все стоит 125 лир. Да, в рублях, ну, умножь на 3. Это недорого. Да. Я кофе хожу у нас пить, да, латте. Оно стоит около 300 рублей. Да тебе просто одно кофе дадут. Там не будет воды, а здесь две чашки. О, благодарю. Салатиков побольше нам. Зеленушки.
Ye, nasıl fazla? Kim yiyecek? Orada yiyemem. Ya çok sen abarttın kahvaltıyı. Bugün. Bu yumurta yapıyorsun, onu da yapıyorsun. Çok gerek yok. Жанна. Я тоже так хочу, как он. Да. Я так люблю. Кушай. Я тоже могу макать? Конечно, почему нет? А почему нет, милая? Приятного всем аппетита. А сейчас мы едем к родителям в гости. Наша Жанночка. Мусульманочка. Собрались в гости. Моя новая сумочка, вы не видели эту сумочку? Ашкембеним. И не Ашкембеним. Это что такое? Не знаю, зеркала. А тут вот шарики, разные эти вещи. Сейчас резиночку мы купим здесь, видишь? Для рукоделия, смотри. Для рукоделия все, что хочешь. Ты не можешь кимши, да и мавиша и чинала джагбирши. Куда мавиша? Надо гириджесышка. Посмотри. Маски чешите, она была. Пижама ластиклеры. Пижама. Тут смотри. Пижама mı? Пижама gibi mi? Пижама ластиклеры var. Это что? İlla пижама mı? Pantolonumuz var. Посмотри, вот эти разные бусики. Beyaz mı aşkım? Evet, beyaz. 4 сантиметр. Глаза разбегаются, да? Пуговицы какие разные. Вот тут облалы ёрвала били. Видишь? Şu halkalara bak. Hepsinden birer tane alalım. Ne? Şu halka. Kaç metre lazım? Şeker. Sladka, şeker, sladka. Şeker, şekerli. Şekerli. Da. Evet. Ne yok? Benim gibi işte ya. Это Света, это ведь гранат, да, цветет? Здесь гранат будет. Мы сейчас в гостях у родителей Эндера. Вот маленькие уже плоды. Какие они колёсые. Да? Как круто. Колёсые. Вот они начинают уже. Ай, машаллах, какая красота. Это вот сидят потом люди, да? Сорвал гранат. Да тут, знаешь, какие, захавал, да, тут сладкие, цветы. Он мой кулак, больше моего кулака. Герань. Да мы далеко уехали от дома, где живут Светлана с мужем. Турецкий район. Старый турецкий район. Тут только турки живут и сирийцев я видела. Иностранцев здесь нет. Муж мула. Все дерево во фруктах. В Алании я ее покупала, ела. Как раз 27 апреля брала ее. Бак, там мусульман олдун. Бак, сен шимди. Да, он ярымды. Эвет. Смотрите, какой у нас сегодня замечательный день, 1 мая. Жанночка как радуется. Она сегодня столько получила подарков от моей заловки. Она сегодня очень счастлива. Да, посмотрите, она косыночек сколько. Всего разного подарила сестра моего мужа. Мы идем сейчас, возвращаемся домой. Так красиво, автоматик. Ребята, это флаг. Мечтала иметь 5 лет. 5 лет мечтала о турецком флаге, ей подарили. О, видите? Путин уйдет. Путин тебя убьет, говорит. Путин отойдет. Гражданство лишит, гражданство. Эрдогана гидит. Скажет, иди к Эрдогану, скажет. О. Ура!
gönder, ablama bir göndereyim bakın, dedici kal. Ты сфотографируйся, отправь фотку своей свекрови. Давайте вот так сфотографируем, чтобы вот так было видно.